Всем привет, сегодня будет обзор стиральной машины LG F1089ND. В одном из своих видео я вам про эту стиралку уже рассказывал, но я решил по отдельности уже записать на две LG на каких-нибудь обзоры. Давайте начнем с лотка. Это у нас для основной стирки, это у нас для предводительной, это у нас для кондиционера. Барабан загрузка 6 кг. Резинка в плесени. Требует очистки. Давайте посмотрим панель управления. Панель управления, кнопка включения подтертая. Ну, тут, короче, вот эти кнопки все подтертые, кроме вот этих. Кнопка включения, кнопка температуры, кнопка отжима, кнопка старта. Без колодок, интенсивный предводитель, суперплоскание программки. Хлопок, хлопок быстро. Синтетика, пуховое одеяло, объемные вещи, что-то новенькое. Быстрота 30, плоскание плюс отжим. Отжим по 1000, тут максималка 1000. Деликатная, ручная стирка, биоуход, бережное кипячение, одежда малыша. На машинку 10 лет гарантии идет. Максимальная температура тут 95 градусов. Дверка пока вот. Пишут тихая стирка. Я не знаю, тут тихой стирки такой нет. Но немного такая есть. Так, это был... Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Это был обзор стиралки LG F1089ND. Всем пока и удачи.